Прошло уже больше суток с момента выхода обновления, но тем не менее работы над багами не ведутся, и это очень странно. И, соответственно, сейчас в этом видео я подобрал лучшие виды багов, точнее, самые бесячие баги и то, как с ними бороться на данный момент, и баги, с которыми невозможно бороться, это уже от разработчиков зависит, как быстро они их пофиксят. В общем, самый первый баг и самый бесячий, который мы заметили с командой, это то, что невозможно выкинуть людей из отряда. То есть у вас набился отряд, и постоянные члены уже находятся вне игры, но тем не менее туда зайти нельзя другим игрокам, поэтому перевозить телегу, если в вашем отряде уже кто-то был вчера, становится очень проблематично. И решение данной проблемы, как бы это парадоксально ни звучало, это собрать всех людей из вашей организации, банды, и попросить их выходить после каждого мероприятия, которое вы проводите вместе, дабы не заполнять место для других игроков во время того, как они находятся в офлайне. На данный момент существует такой баг, даже странные обстоятельства. Вы, если попытаетесь отказаться от роли самогонщиков, предположим, у вас просто нету денег или вас выкинуло из игры, после вы попытаетесь зайти в хижину, и она будет пустая, и вам никто не предложит стать самогонщиком, квестов не будет и непонятно, что делать. Для этого надо нажать L, выбрать лагерь производства или лагерь предприятия, выбрать хижину самогонщиков и установить ее куда-то за $250. И у вас тогда начнется квест. Вот такой момент. Неприятный баг с лошадью. Она просто не двигается или вообще не вызывается. Заходите в L, конюшни, стоит галочка, где нужна ваша лошадь, и вообще ничего не происходит. Перезаходите в игру, и лошадь не появляется. Для того, чтобы убрать этот баг, надо вызвать свою телегу. Скорее всего, вы вызвали телегу, отослали ее, вызвали лошадь, выкинул игра, крошануло, ошибок миллион, вечно выкидывает с какой-то ошибкой на рабочий стол, какие-то F-ошибки, ошибка новая, там, 210-я. И после этого, соответственно, вам надо заново вызвать телегу, и лошадь начнет вызываться как обычно. Ну а теперь к багам, собственно, непосредственно самой роли. Вы вызываете тележку, пытаетесь вместе с друзьями ее продать, а хост виснет, и он у него грузится, грузится, ничего не происходит. Телегу уже продали, опыт ему не дают, денег не дают. Для того, чтобы избежать этого бага, а точнее, когда вы выйдете из игры, ваш товар автоматически исчезнет. Для того, чтобы этого избежать, когда у вас черный экран, а у кого-то она запустилась игра, если в течение минуты ничего не произойдет, жмите Alt F4 или через диспетчер задач закрывайте задачу. Ни в коем случае не дожидайтесь, пока игра прогрузится, потому что товар у вас уничтожится. Таким образом, есть вероятность сохранить свой товар и начать эту миссию заново. Кстати, для того, чтобы максимум избежать этого бага, сделайте так, чтобы ваши компаньоны были внутри хижины в момент начала этой миссии. Если они будут снаружи, скорее всего, она забагуется. Телега очень хрупкая, достаточно наехать на маленький камушек, и можно просто раздолбать весь товар. Поэтому по дороге идем, никуда не сворачиваем, без шифта, мелкими шагами мы перевозим товар. Иначе просто вы потеряете всю повозку. То ли баг, то ли фичи игры, но когда вы попытаетесь начать производство самогона, у вас он будет стоить то ли 30, то ли 40, то ли $50, и цена будет расти, а зарабатываете вы 75, профит да нифига. Для того, чтобы уменьшить эту сумму, надо выполнять миссии Мэгги на не сюжетно, а там бутилир какая-то. В общем, вот эти бутилированные миссии, скажем так, и тем самым стоимость припасов ваших будет меньше. Баг со второй кобурой. Просто не появляется пистолет, если нажать тап, у вас будет всего одно оружие, хотя на поясе у вас два оружия. К сожалению, этот баг никак не излечить, надо либо сменить сессию, и чаще всего он возникает, когда вы в событиях свободного режима. Ну и, соответственно, последнее, самое ужасное, то ли баг, то ли фича. Если вы с друзьями будете перевозить самогон, хост получает максимальную прибыль, максимальный опыт, а вы получаете по минимуму. Причем, если у вас тоже был готов самогон на перевозку, весь товар уничтожается, или пропадает, или исчезает. Поэтому перевозить телегу самогона настоятельно рекомендую одному, потому что пока непонятно, из-за чего товар исчезает. На этом все, с вами была Готика, с вами был Сократ. Кстати, в этом видеоролике вы видели баг, который был во время миссии Мэгги. И, ну, тут надо ждать фиксов, но на данный момент это все. Если какие-то другие баги и их решения вы знаете, обязательно пишите в комментарии, подписывайтесь на канал и обязательно вступайте к нам в Discord, ведь народ растет с каждым днем. Спасибо, пока!